ходе беспорядков пограничники также взяли на контроль периметр селезащитной плотины Медео. Нур-Султан, 11 января, Спутник. Действовавшие во время беспорядков в Алматы террористы пытались захватить стратегически значимые объекты Алматы, сообщили в КАН Республики. Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню Коктабе, с которой бандиты намеревались организовать выступления, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, говорится в сообщении. Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины Медео. Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.